Здравствуйте! Приветствую вас на канале Про Цветок. С вами Ломонос Петр. О чем пойдет сегодня речь? Мы сегодня как бы лето на дворе, много разных травок. Мы попробуем разобраться со травками, что они себя представляют, э, что из них можно приготовить и чем они полезны для нашего сада и огорода. Ну, одно из первых растений, которое я, конечно, назвал бы в самую первую очередь, это полынь горка. Это растение знакомо многим, потому что оно встречается практически это сам, по всему, от э, Камчатки до Бреста. Всюду это растение как бы растет. Ну, мы, многие как бы считают сорняком, выпалывают, и тем не менее многие заблуждаются. Почему заблуждаются? Потому что экстракты полыни горкой входят в состав официальной медицины. Значит, в аптеке имеются таблетки на основе полыни горкой, различные настойки. Для чего их рекомендуется в медицинских целях? Потому что у них содержится большое количество эфирных, эфирных масел, и других полезных веществ, значит, их для улучшения аппетита, для улучшения секреции желудочного сока. Вот. Ну а в народной медицине использование полыни горка еще гораздо-гораздо более широкое. Отвар травы ее пьют и при бронхиальной астме, мажут экземы. Даже если взять листики и сорвать с полыни, у вас есть мозоли, на нож прибинтовать мозоли, мозоли исчезают. То есть растение очень как бы, полезное для человека даже в медицинском отношении. Но, ну, тем не менее, это растение очень будет интересным и для нас, для садоводов, огородников. Потому что, имея такой запах, имея определенные бактерицидные свойства, инсектицидные свойства, она будет очень полезна в борьбе с вредителями. Ну, первый способ применения с вредителями, значит, какой? Просто-напросто срезаем веточки полыни, ну, например, по сантиметру 15-20, и раскладываем. Расчет растет у вас капуста, раскладываем по капусте. Поверьте, капустная белянка на капусту уже не сядет. Полынь будет лежать, высыхать, издавать посторонние запахи, и гусениц на капусте не будет. То же самое яблонная плодожорка. Берите на стволы деревьев, э, понавязывайте пучки полыни, тем более, что это можно сделать в этом году и применить уже на следующий год во время цветения. Значит, яблонная плодожорка на ваши деревья плодов будет садиться очень мало, она будет ваши деревья облетать стороной. Потому что запах стойкий и сохраняется примерно два года. Поэтому один раз поработали с полынью, два года вы обеспечены средствами защиты. Конечно, полынь можно не только как бы отпугившее средство, и она может использоваться и как бы в борьбе с э, вредителями. Особенно эффективно полынь значит, будет против э, листогрызущих вредителей. Это типа э, с той, тех же гусениц капустной белянки, э, капустной моли. Также она поможет и от тли. Вот какое замечательное растение. Но как готовить? Ну, значит, э, э, рецептура всех, и полыни в том числе, очень стандартная. Значит, берем один килограмм ну, травы. На, берем один килограмм травы. Ну, лучше траву провялись, чтобы она чуть привяла. Привявшая трава. Ну, летом это делать очень легко. И э, варим. Э, варим 10-15 минут проварили в какой-то кастрюльке. Ну, объем воды сразу замечаю, что только что покрывал эту массу. Объем воды вначале нам не имеет роли. Вот. Проварили в, кастрюль... в кастрюльке. И после этого мы берем, добавляем уже до 10 литров воды. 10 литров воды добавили, процедили и просто-напросто и опрыскиваем растения. Вот. Поверьте, что гусеницы погибнут очень быстро, тем более это свойство, ну, природное Природное средство, оно не химия, оно как бы полезное. Вот. Далее, что еще можно, чтобы сильнее действовал этот экстракт, значит, к этому отвару полыни можно добавить еще жидкое мыло, например. Можно добавить нашатырного спирта 40 мл, можно добавить куриного помета. Это вообще получается убийственная смесь для вредителей и очень хорошее средство для подкормки растений. То есть вы сразу свои растения подкармливаете, и лечите, и подкармливаете. Так что посмотрите, какое это замечательное растение. Ну, далее. Ну, не все знают, значит, как правильно собирать полы. Ну, если нам для растительных целей, значит... Для, в саду, для сада, огорода, у нас роли не играет. То ли она в ботанизации, то ли в ботанизации, нам просто пойдет вся, вся масса. Вот. Ну, если таких медицинских целях, значит, до начала цветения э, наибольшей силы обладают листья, которые прикорневые листья, а уже когда появляются цветочные корзиночки, значит, уже наибольшей эффективностью обладают концы веточек, где-то примерно 20 сантиметров высоты от цвета и вот так. Самые биологически активные, ну, компонентов больше всего в траве полыни. Так что не относитесь к полыни как к сорняку. Знаете, что это растение очень-очень полезное для нашего сада и огорода, принесет нам большую пользу. И вдобавок, даже если оно где-то будет расти в саду, оно уже своим присутствием будет отгонять многих вредителей от наших садовых культур. Так что полюбите ее, и она вас отблагодарит экологически чистыми урожаем с вашего участка. Чего вам и желаю. До свидания.